Дерзость, динамичность и современность – это то, что отличает хип-хоп как вид спорта от других. Альбина Тимирянова в нем с раннего возраста, он был ее юношеским увлечением. После того, как это направление в России получило статус вида спорта, началась другая жизнь – соревнования, путешествия и награды. Альбина работала тренером в Башкирии, а теперь она руководитель студии в Альметьевске. На днях ее воспитанники приняли участие в соревнованиях по хип-хопу. Это очень интересно ребятам, не просто номера составлять, да, так скажем, в зале тренироваться. Ну и, конечно же, они получают разряды, спортивные разряды, звания. То есть здесь очень большая перспектива. Хип-хоп – это одна из дисциплин Федерации фитнес-аэробики. 10 лет в республике развиваются 5 направлений, по которым можно получить спортивный разряд. Я хочу сказать следующее. На самом деле, я как руководитель региональной федерации очень рада, что у нас в Альметьевске появилась одна из дисциплин вида спорта фитнес-аэробика. В спортивном комплексе состязались дети от 7 до 14 лет. Судьи оценивали выступления по критериям техники и артистизма. Критерии техники включают в себя качество исполнения программы. Критерии артистизма, соответственно, то, как все члены команды могут взаимодействовать со зрителями, как они могут донести свою энергетику в зал и судьям, и как они могут показать также взаимодействие между членами команды. Все участники показали отличные результаты. В этих соревнованиях не было проигравших. Каждый получил медали, дипломы и кубки за первое место. Рената Столярова, Антон Николаев, новости Юго-Востока.